экскурсию к маме. Вот я пришла к маме. Мама! Не знаю, где мама, а вот тут вот лежат товарищи. Лиза и ее дети. Вот этот вот, вот эта рыжая, которая охотилась за сегодня охотилась рыженькая за птичкой в клеточке. Она приемная дочка. А вот эти черненькие, это Лизины. Ой, какой хорошенький, ну прелесть какая. Кс-кс-кс. Он, видно, молочка напился и смотрит. Какие глазки у него выразительные, да? Да, Лиза, Лиза, Лиза. Вот тут катаются. Ну, сейчас что-то. А где мамулька? Мамуля, мамочка. Дочь пришла. Мамуль, есть хочу. Хоть корову проглочу. Ох, опять. А вот, вот солнце, смотрите, какой орех в контровом освещении. Посмотрите, это же сказка. Это же чудо. Смотрите, какой красивый. Ух ты, солнце. Вот какое солнце. Да, какой орех большой. Он утром красивый, а вот сейчас уже под вечер он еще красивее. Мамулечка, девчонка в шортиках. Привет, мамуль. Кушай хочу. Иди быстро. Да? Все готово. Ну что, ты, вот это вот, глянь, рыженькая вот эта, мам. Вот эта вот, рыженькая маленькая. Да. Она же сегодня на птичку охотилась. Птичка ее очень-очень, это самое, тревожила и беспокоила. Я не люблю их за того, что они птиц. Птичек. Ну они же охотники, мам. А я их люблю. Знаешь, как сколько у меня видео нового про кошек. Это кошечка. Я когда-то даже написала. Я кошка, у которой 7 котят. Они под боком у меня лежат. Ладно, вот если что-то ты так. Сильно любишь, да. Давай покормим. Давай покормим, мамочка. Вот кашка давай. Молочная. Молочная кашка, кисельная, берега. Кашка гречневая с молочком. А вот эти комочки счастья. Да, вот. В этом доме тут с ними не церемонятся. Вот, они кушают все, что надо, это да. Точно. Но корм нет, да, мамулька? Нет? Это точно. Ой, а как вкусно пахнет! А что ты приготовила дочке своей, мамулечка? Кабачки. Жареные, пожарила кабачки. А пахнет. Каша, а пахнет котлеткой. Каша рисово-гречневая. Нет, а что-то пахнет существенное, типа мясушка. Котлетка пахнет вкусная. Это нет? Окорочка. Окорочок. Мамулечка, я бегу. Давай. Я бегу. Бегом. Бегом. Твоя дочь сегодня очень-очень устала. Она у тебя просто гениальная. Сегодня такая у тебя дочка счастливая. Сегодня. У нее купили картину, да? Вот какая картина красивая. Не бойся, не бойся. Так, ну ладно. Все, пошла я кушать. Так пахнет. Ой-ой-ой, как пахнет.